пришла. Вот эта заправка, сколько вырубить деревьев? Вот этот ларек. К чему нужен? К ларьку подъезжают машины, уже движение нарушается, уже пробка образовывается. Понимаете, один ряд закрытый. Заправка. Для чего заправка здесь нужна? Чего у нас такая необходимость заправки ставить? Зато деревья вырубили сколько. Угу. Вот дальше, если пройти, дальше там тоже, допустим, вырублены деревья, пожалуйста. Ребята, всем привет! Это город Уральск, район 22-й школы. Мост, это вторая база, со второй базы. И здесь происходит вырубка деревьев. Уже нету дерева. Ага. Смотри, большое толстое дерево. Да. Нету. Это что? Там вот мешал, тоже оно стояло. Здесь вообще да, ничего. Да. Оно вон. Смотри. Вот, огромное. Под что-то готовят уже. Одно дерево спилили, потом еще спилят и что-то будут строить. Напротив 22-й школы лес полоса. Ее сажали наши родители, деды. Это легкие города Уральска. Вот. И вон уже все пошли пеньки. Угу. Да. Вот, тоже большое же было. Тоже да, большое. Да. И вон, смотри, дальше. Вот. Угу. Вот уже начало есть, смотри. Угу. Вот, а вон какой пень торчит. Мама. Вот. Мне кажется, дальше туда. Вот-вот они, пеньки уже. Все, здесь частично уже все вырубают они. Вот, Булат, смотри. Интересно, вот уже строят вот это здание, а смотри, какое толстое дерево спилили. Есть на него разрешение или нету? Вон, смотри. Огромнейшее дерево спилили. А, не одно, и там вон сколько. Мам, да. Дорогая. Однозначно вот эти. Вот эти тоже были, да. Не, однозначно здесь вот эти. Вот это здание, оно стоит вот это всего. Это как после Омеговского этого, да? Вот, смотри, сколько огромное дерево. Куда это? Вот из завода Омега тоже срубили. Это можно, допустим, видите? Срез какой, оно не гнилое дерево. Оно живое, оно не, хорошее, живое, да? Дерево, оно не гнилое. Давайте то посмотрим. То есть, если по срезу же можно определить. Вот тоже нормально живое дерево было, не гнилое, ничего. Понимаете? И к чему идем? Смотрите, кругом одни пеньки, смотрите. Все, уже прям это. Тут уже, видать, на трава там. Однозначно. И вот это будет. Вот это могут спилить, вот это могут спилить. Да, однозначно. Вот это будет спиливаться. Вот это все будет спиливаться. Вот, пожалуйста. То есть они же будут выезд на дорогу интересно, делать. Спросить у кого-то разрешение есть на это спил? Вот здесь закопано. Вот здесь я больше не закопали вижу. Уже, закопали. А вот давайте будем. Чтоб строить. не видно было. Просто что-нибудь строить. Смотрите, это подход туда, вот пенек залили цементом уже, вот дорожку проложили, дорожку. Не знаю для чего. Пенек, вот. Кое-какую дорожку. Ага. Ужас. Интересно, кто это строит здесь? Кто это строит? Никого нету, наверное. Свет-то горит. А, тут вот установили ларечек, непонятно, видимо, сторожка охраняет, который вот этот объект, который строится. Что здесь будет? Вот так город Уральск теряет свой зеленый пояс, свои деревья, которые были посажены когда-то. Напротив 22-я школа. Однозначно, что вот эти деревья будут спиливаться, вот эти все будут деревья спиливаться. Угу. То, что сейчас уже, допустим, порядка нескольких десятков выпилено деревьев, сейчас, значит, и вот этот выезд на дорогу будут делать, они, значит, их спилят. Это, я не знаю, автосервис здесь или что, судя по аркам, будет какой-то автосервис. Вот нам что дороже, легкие города или вот этот автосервис, непонятно. Да этих магазинов уже полным-полно, девать уже некуда, скоро будем... Эти автосервисы, мойки, ну что прям такая необходимость? Почему за город не вынести, почему это в городе должно быть грязь? Я не знаю, ну по-любому деревья, как это, прохлада, это хорошо было все-таки. Если ты понимаешь, там, если больное дерево, спилить другое посадить, это нормально. Ну а вы что да, такое? Конечно. Да. Шокирует. Вот центральная улица. Вот напротив, кстати, напротив. Там сад был.
Был сад школы номер 22. Это через дорогу, да? Да, через дорогу, где дом стоит. Пожалуйста, нету. Там старая школа стояла, конечно, двухэтажная. Ну ладно, дело в том, что, видите, нету. Сейчас, допустим, посмотрим. Там поле было, да? Поле на 31-м было в школе, а здесь вот, допустим, это сад был. А, сад был. Сад 22-й школы был. Вот это все зеленая зона была. У нас получается бизнес прежде всего, смотри, вот проезжие все, смотри, мусоры, горы. Потом, чтобы мусор. Удобно было мусор этот таскать, они положили, как вы попал, дорожку из этого, из бетона, из какого, не бетона, а как называют его? Тяп-ляп называется. Раствор, как тяп-ляп. Вот смотри, вот он, как у нас, проспект, в смысле, проезжая часть такая, центр 22-й, вот, и они здесь все спрятали, зато ларек горит. Хотелось бы задать вопрос акиму города, кто дает разрешение на выпиливание деревьев и уничтожение лесополос города Уральска. Вот. Вот смотри, жалко даже, залили прям, бетоном. Вот недавно срубленное, спиленное здесь, дерево. Здесь было явно дерево, да. Вот оно, не явно, оно дерево, вот он, пенечек. Было дерево явно. Да, не маленькое оно, дерево. Кто не знает, вот из завода Омега спилили 40 деревьев, толстенных, больших деревьев, им по 40-30 лет. Это вот отношение чиновников, которые дают разрешение на вот это, то, что мы видим. Живое нормальное дерево. Да, это вот ворота, это вот здесь ворота 100%, а это спилили. Вот дерево живое спилили. Вот сегодня какое число? Вот учитывая то, что через такое расстояние, значит, спилили. Понимаете, не один десяток. А скажу, вот сегодня 23 марта, да, и вот стоит дерево. Вот оно прям, это въезд, получается, они делают ворота, как боксы. И вот посмотрим, через какое время его просто не будет. Вот, оно одно посередине остается. Просто говорю, жалко на самом деле. Почему вот это вот, где есть там документы или нет на эти деревья? Мне вот это вот интересно. Да есть там, Булат, если ты не раскапывай. Вообще, согласно правилам, если предприниматель, например, который организует бизнес и выпиливает с разрешения акимата, одно дерево, он должен посадить 5 деревьев, но это никак не контролируется вообще. Нету процедуры контроля вообще. Каким образом происходит посадка этих деревьев? Кто контролирует потом, чтобы эти деревья росли, чтобы они действительно стали большими? Или так просто повтыкали и все? Но так или иначе, большие деревья вырубаются. Легкие города. Напротив 22-я школа, и какой пример мы показываем взрослые люди детям, свое отношение к природе. На их глазах происходит вот такое, то, что мы сейчас видим. А здесь уже тут у вас походу. Вот, Оскар, обрати внимание, давай немножко на дорогу выйдем, вот, с края дороги. Вот стоит вот этот ларек, да, злочастный. Я понимаю остановку, ладно, там заезд есть. Стоит дальше ларек, да? Остановилась машина, все, один ряд машин уже занят. То есть здесь уже образовывается как мини-пробка, то есть сужение дороги. Для чего здесь ларек? Для автобуса есть заезд, для ларька нет, не нужно. Дальше идет заправка, обратно дальше вырубленные деревья. Для чего, непонятно. Ну давайте завтра все вырубим, ну что, пустыни будет у нас. Почему об этом не думают? Вот пройдемте дальше посмотрим. Скажет, одно незаметно, то, что сейчас спилили, да? Потом мы еще одно спилим. Вот они. Так они потом пенечки. Будут списывать на то, что, ну, это деревья сгнили, вот поэтому мы их выпиливали. Вот оно, видно, что живые деревья были. Вот они, три пенька падают. Да. Интересно просто. Вот стволы, свежие. Да, свежие стволы. Вон они частично уже начали. Вот, про что я говорил, Оскар, обрати внимание. Видишь, ларек стоит. На остановке стоит продуктовый ларек. Он стоит, его любая машина останавливается, проезжая часть уже закрывает. То есть одну полосу уже не закрывает. И не понимаете, видно. Я понимаю, для автобуса есть заезд. То есть, допустим, это. Но заправка. Сколько деревьев вырублено? Заправка стоит дальше. Обратите. Ничего. Смысл. С такими успехами это все исчезнет.
все деревья, вот эта тень, легкий город. Воздух откуда? Да, да, да. Вот, толстая на толстая. Как можно было вот это спилить? Я вообще не знаю. Его недавно пилили, кстати. Оно свежее, свежее, вот недавно, свежее. Дожите. Как его? Смотри. Опилки, опилки. Опилки свежие вот лежат. Вот оно, недавно спилено здесь. Видимо, подготавливают. Нет, подготавливают. Да, да, да. Да? Да. Подготавливают, видимо. Они не берут на все разрешения сразу. Они сейчас раз, одно спилили. Чуть-чуть время пройдет, а через одно, еще одно выпилили. Опять вопрос, каким у города? Куда вы смотрите? На что вас поставили? Какой же вы после этого аким города, если вот такое происходит? Сразу уж подавайте в отставку. Это ваша прямая обязанность, прежде всего. Хотя бы не давать разрешения на выпиливание деревьев.